встречаем в сегодняшний день. Хочу пожелать вам всем мира, добра, долгоденствия, здравия душевного и телесного и во всем благого поспешения. Пусть воскресший Господь войдет в дом души нашей, пусть войдет к сердцу к нашему, пусть очистит, пусть благословит, пусть свет от воскресения Христова дойдет до глубины души каждого из нас, пусть коснется сердца, и воцарится в нас сам Господь, и воцарится в нас любовь, мир и долгоденствие. Сегодняшний праздничный день, дорогие братья и сестры, я хочу приветственно поздравить вас посланием нашего дорогого владыки, правящего архиерея. Восклицают горы, Христос воскресе, вторят им поля. Христос воскресе, позабыв раздоры, обнявшись с небом, кружится земля. Каждый ликуют реки, села, города. Проснись, земля, проснись, они вещали. Проснись, твой царь, твой Бог воскрес. Христос везде, в лучах денницы, разлился звон от храма до небес, и все ликуют, светлый день встречая, земля поет, Христос воскрес. Христос воскресе, восклицают горы, Христос воскресе, вторят им поля. Во имя Отца и Сына благословляется Пасхи Христи, Кропиня Владыки Освященный во имя Отца и Сына. Христос воскресе! Благословляется Пасхи Христи, во имя Отца и Сына. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!